20-я минута матча за Суперкубок. Неманье Милунович делает шикарный пас, после которого Михаил Гордейчук сравнивает счет. И на протяжении всей игры серб смотрится как раньше. Спокойно, уверенно, хладнокровно. Будто и не было простоя из-за травмы длиной в 8,5 месяцев. Когда узнал, что очень серьезная травма, конечно, нет человека, который не расстроится в этом моменту. Специально я уже тогда знал, мне врач Мариани в Италии сказал, что 4 до 8 месяцев пропустим. Но слава богу, что в этот момент у моя жена была беременна, что очень быстро дочка родилась уже в сентябре. Это моя самая главная поддержка, и когда у вас ребенок дома, и когда каждое утро улыбается, быстро забиваешь на все, и, конечно, тоже поддержка и тренера, и ребята из команды. И каждый спрашивает, о, куда бы ты сейчас поехал, если не было травмы, но... Понимаете, это все от Бога. Так смотрим на эту ситуацию. Бога дал, чтобы играл на этом уровне, чтобы играл у Батеу, чтобы играл в Лигу чемпионов, чтобы получил визу за сборную. Нравится Неманье новая схема с тремя центральными защитниками. Он видит в ней сплошные плюсы. Сейчас у очень много команд играет с три центральных защитника. Мы пробовали на первом сбору и играть получилось классно. Есть очень хорошие стороны этой схемы, много плюсов, но, конечно, есть, да, надо много работать. Это для нас, я думаю, еще все новое есть. На ошибках надо учить каждую игру. И думаю, что, конечно, это лучшая схема, потому что есть много пространства за атакующие, а тоже в обороне постоянно есть 4 защитника, что это очень хорошо для Батеи. Надеемся, что для нас это получится очень хорошая схема. В команде у Милуновича есть дополнительная функция. Он учит русскому языку своих соотечественников. Это как мне фильм Младенович научил, так я учил Иванича, но он уже разбирается очень хорошо с русским. Сейчас надо учить 2 новых серба. Пока я работаю как приводчик, чуть-чуть Мирко, и быстро я не научил. Для примера, вот так разговаривает Мирко Иванич, хотя еще в прошлом году с общением у Мирко были большие вопросы, а сейчас может даже пошутить. Когда Анис перешел, и мы на тренировке играли, я слушал, как мы говорим у Джиеру, один-один. И он думал, это фамилия один, и он постоянно говорил один-один-один. Это было смешно. А вот история от Милуновича. В конце сбора мы собираемся. На обед, у нас был обед, и у нас есть такая привычка, каждый новичок надо устать и сказать пару слов, типа спасибо команде или что-то. И я сказал специально, чтобы 2 серба, Остович и Рушевич, стали, и чтобы говорили, но я не буду приводчик, пусть Мирко приводит. Потому что я в прошлом году, когда Мирко говорил, я был приводчик. Так постоянно, Фил для меня, я для Мирко, сейчас Мирко. И Рушевич встал и говорит спасибо, ребята, на сербском, конечно, спасибо, ребята, за как прием и остальное. А Мирко говорит, я хочу сказать, что я самый лучший здесь. И просто пацаны смеялись и там похлопали, и было все. Получается, Мирко хороший приводчик. Неманье следил за трансферными новостями чемпионата и очень рад, что «Шахтер», «Брестская Динамо» и многие другие клубы стали сильнее. Для Батэ хорошо, потому что у нас будет больше сильных игр и подготовка к Европе, и сам футбол у Белоруссии будет на большом уровне, чем раньше. До травмы Милунович вызывался в сборную Сербии. На ближайшие матчи вызов не получил и с пониманием к этому отнесся. Это понятно, после 8 месяцев, когда человек не играет, но я постоянно был на связи с тренером Муслином, и он говорил, если надо что-то за установление, все, набери, никакой проблем. Короче, сейчас не думаю об этом, честно, знаю, что в этом моменту я готов играть, но просто знаете, что сейчас уже очень много начинаю игры для Батэ, и не смогу и туда, и сюда, пока не набираю форму на 100%, я думаю, что может быть и лучше так.